Привет, народ! С вами Финаргот. Рубрика вопросов к героям Dota 2 возвращается, и сегодня в студии Team Empire находится Акс, которому мы будем задавать вопросы. Что ж, давайте начнем. Виталий Тукху спрашивает: Акс, тебя догнали? Нет, Акс сам вернулся. The Hunter Games Pro интересуется, пахнут ли у тебя подмышки? Когда Акс часто махать топором, Акс потеть и сильно вонять. Москвин HNS хочет знать, зачем ты рекламируешь дезодоранты Акс? Аксу негде фармить. Как говорят, хочешь фармить, умей вертеться. Акс, найди свою силу. Ну теперь хоть на блинк хватит. Рафаэль Головин спрашивает: Акс, что именно ты говоришь врагам, что они начинают тебя ненавидеть и избивать? Каждому свой подход. Твоя мамка была настолько толстой, что ей Рошан играл в боулинг за место шара. Это платье тебя полнит. Бесполезное бревно. В тебе косточек больше, чем в кунке. Да тебя жизнь затроллила при рождении. Ха-ха, без комментариев. А ты откуда? Панцу с помойки сделал. Чичика Ханаянс хочет знать, какой размер у твоего топора. Вообще, размер не важен. Но у Акса самый большой! Мурат Соболев интересуется: Акс, почему ты выбрал из оружия именно топор? Ты только посмотри на него. 50 килограмм чистой стали. Эти идеальные изгибы словно ручей, ручка из столетнего дуба. В такую красотку просто невозможно не влюбиться. Единорог спрашивает: красная кожа — это последствия сильного загара? Акс не любит расизм. Акс такой с рождения. Пати Кинг задается вопросом: Акс, почему ты крутишься, когда тебя ударяют? Рефлексы Акса закалены искусством войны. Розовая лошадка интересуется: Акс, зачем тебе топор? Это не топор! Это верный соратник Акса, Акс! Акс и Акс с детства друг с другом! Аксилор спрашивает: Акс, где твоя косичка? Мандаринчик спрашивает: Акс, почему ты красный? А почему ты белый? Ха, кругом одни расисты. Женя Андыков интересуется: Акс, вы с Хеллбоем братья? Красный, значит, Акс! Мандаринчик вновь интересуется: Акс, почему ты похож на Пушкина? Антон Фофин спрашивает: Акс, как ты поступишь, если у тебя улетит топор? Рэмбо Дотер задается вопросом: Акс, почему, когда ты разрубаешь бескровных героев, пугна, аппарат, клинкс и так далее, с них разбрызгивается кровь? Видишь кровь? Это кровь топора. Илья Антипин спрашивает: Акс, а ты был балериной? И Владимир Владимирович спрашивает: А где красный? Блин, забыл его имя. Он отправился на боковую. Надеюсь, ему приснится, как у него ломается лодыжка, пока он вертится. Ну а вы что уставились? Давайте уже,
готовьте свои вопросы, пока я на вас не наложил проклятие с кошмарами. Арюар! Ну ладно, народ, вы знаете, что делать. Лайк, подписка, колокольчик и вопрос в комментах. До скорых встреч. Я пойду, пожалуй, прилягу ненадолго.